Здравствуйте, друзья! Я был в небольшом отпуске, но не терял времени даром. Перед самым отъездом я снял один интересный мастер-класс, который наверняка вам пригодится. И сейчас я хочу предложить вашему вниманию один маленький, но очень полезный фрагмент. А мастер-класс целиком вы сможете посмотреть по ссылке из описания к этому видео. Сегодня речь пойдет о ящичных соединениях. У меня есть шипорезка, но делать ее долго. Поэтому я покажу вам самый простой способ, и вы будете удивлены, насколько это легко. Мне предстоит сделать 3 ящика, поэтому нужны 6 коротких деталей и 6 длинных. Они выравниваются и укладываются в пакет. При этом одну половину пакета нужно уложить со смещением. Я использовал дощечку той же толщины, что и диаметр фрезы. Она задает смещение для правильной стыковки шипов. Ну а само приспособление – это кусочек фанеры с закрепленной рейкой. Ширина рейки и зазор равняются диаметру фрезы. Этот способ я использую уже более 10 лет, и он ни разу меня не подвел. Вылет фрезы устанавливается чуть больше, чем толщина деталей. Это нужно для облегчения шлифовки боковин. В этом способе фрезерования больше времени занимает выравнивание деталей, нежели сама работа. Видео я, конечно же, ускорил, но в реальном времени у меня на первую сторону ушло 3 минуты 48 секунд, а на вторую 3 минуты 16. Каких-то особых пояснений и процесса здесь не требуется, все и так предельно понятно. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой короткий формат видео. И, конечно же, не забывайте ставить оценки и делиться этим видео с друзьями, ведь репост – это лучшая благодарность. Еще раз напомню, не забывайте заглядывать в описание к видео. А на этом на сегодня все, и до новых встреч!